вечір. Наш ефір продовжує програма «Гаряча лінія». Сьогодні у нас цікавий гість. Це Євгенія Бардіна, NLP-тренер. Доброго вечора, Євгенія. Вітаємо вас на нашій студії. Вітаю. Ну, я сьогодні пропоную поговорити на таку, обговорити таку тему, яка, наскільки я розумію, сьогодні в Україні ну, доволі актуальна. Угу. Як знайти роботу по душі? Угу. Як безполісно змінити місце роботи, щоб не було стресів, як співпрацювати, жити в новому колективі. Угу. То давайте почнемо із загального. Як безболісно змінити місце роботи? Чи можливо це? Адже, ну, знов таки, наскільки я розумію, є люди, і, мабуть, їх більшість, які ну, вагаються. Весь час вагаються, чи буде там краще, а можливо тут стабільність, а там невідомо, що буде. То як зробити так, щоб перейти на нову роботу, знайти нову роботу без стресів? Чи можливо це? Смотри, Маш, я в принципі нічого плохого в понятті стрес не вижу. Почему? Потому что стресс – это особое состояние организма, когда мы максимально собраны для того, чтобы вариант А – бежать, вариант В – притвориться мертвым, то есть замереть, да? Вариант В – ударить в ответ. Но как бы традиционно говорят, что стресс, не переживайте, там, старайтесь не испытывать стрессов. Оказывается, стресс не так плохо? Стресс – это полезное состояние, когда мы аккумулируем все ресурсы своего организма. Это такая встряска. Вопрос в том, что мы зависаем в стрессе и живем периодически очень долго, многие годы в этом стрессе. И тогда, да, действительно, во время стресса выделяется гормон кортизол, гормон стресса, который... Прямо вот как доктор Хаус. Который направлен на то, чтобы собрать все ресурсы нашего организма для броска. И в принципе, когда человек занимается физической активностью, у него растет уровень кортизола, который после определенного периода падает. Когда мы переживаем какие-то эмоциональные встряски, у него растет уровень кортизола. Когда мы работаем усиленно над собой, у нас растет уровень кортизола, и это нормально. Другой вопрос, что мы не отдаем себе отчет, что когда старая работа долгое время нарушает что-то значимое для нас, мы находимся в том же стрессе. Только этот стресс, знаешь, как это все равно, что вот есть такой эксперимент, который проводили, может быть, слышала о нем, когда лягушку, если ее есть задача сварить живую лягушку, то ее нужно положить в маленькую, в кастрюлю на маленький огонь. И постепенно-постепенно лягушка сварится. Потому что если бросить ее сразу в кипяток, лягушка выпрыгнет. Так вот так и с стрессом. Если нам дать сразу большую долю стресса, есть шанс, что мы выпрыгнем из этой ситуации, да, что эта ситуация вытолкнет нас. А есть перманентный стресс, в котором мы живем каждый день, напрягаясь из-за низкой зарплаты, переживая из-за того, что нас никто не возьмет на новую работу, испытывая бесконечный стыд перед своими родственниками, если я брошу, как же вот наши родители любили рассказать, что они по 30 лет на одном месте проработали, у них запись в трудовой книге всего одна, и поэтому мы тоже так должны, а что ж это я буду скакать по работам, менять их словно перчатки, это неприлично. И всевозможные подобные убеждения, подобные ограничители, которые мы сами себе выставили, толкают нас в не меньший стресс. Серьезно. Почему? Вот я тебя перебью. Откуда берется страх, что никто не возьмет на другую работу? Это человек настолько не уверен в себе, в своих знаниях, в чего-то. Откуда он аккумулируется? Есть вот естественный страх, и он формируется скорее в привычной стратегии общения с родителями. Если если в детстве вас часто критиковали, если мама вас любит обесценить, если вы, ну, в принципе, склонны к тому, чтобы заняться самоедством так хорошенько, обесценить свои успехи, рассказать, что вы никто и зовут вас никак, то этот внутренний диалог, он, собственно, никуда не девается. Вы только ищете поле боя, где можно его поиграть. Представьте себе, что вы такой успешный режиссер, и у вас есть любимая постановка. И эта постановка называется «Поругать себя». Пообесценивать себя. И если у вас нет возможности поиграть эту постановку дома, драму разыграть, то вы найдете другую сферу, где вы будете это разыгрывать. И вот работа – идеальная площадка для проигрывания этой пьесы. Актеров подбираем,
тиранов, актеров на роль тирана выбрали, актеров на роль союзников выбрали, актеров на роль потенциальной работы, которую я недостоин, тоже выбрали, и начинаем игру. И эта игра может продолжаться абсолютно безграничное количество времени, и вот это как раз тот стресс, который совершенно не рекомендуется. Более того, этим можно прекрасно пользоваться для того, чтобы вас удержать на той работе, которая будет очень низкая по оплачиваемости. Есть специально разработанный способ вербовать. То есть это когда тебе говорят, да кому вы нужны за пределами? Ой, там целая система, да? Там целая система, если ты разрешишь, я поделюсь этой концепцией. А можно вот прежде, чем мы перейдем к вот вербовке, у меня еще такой вопрос. Вот отсюда ли ноги такого явления, да, когда вот люди старшего поколения, как правило, они вот больше, сильнее держатся за свое место работы, боясь его потерять, и боясь не найти себя извне. Или это от возраста не зависит? В моем мире, в том мире, в котором я живу, не имеет никакого значения, какой у тебя возраст. Опять же, это исключительно внутренние сценарии, исключительно игра, которую вы будете играть. Те же стереотипы, да? Да. Что я пенсионер, я никому не нужен. Есть стереотип, я студент, у меня нет опыта. Есть стереотип, я недостаточно долго работаю. Есть стереотип, у меня мало опыта в нужной денежной сфере. Есть стереотип, я учился не на то, что сейчас востребовано. Есть стереотип на то, что я слишком стар, меня уже никто не возьмет. Есть, и эти стереотипы на самом деле не имеют никакого значения, сколько тебе лет, не имеет никакого значения, какой у тебя опыт, не имеет никакого значения, востребована ли твоя профессия. Можно всегда посмотреть с другой стороны. Если ты учился на непопулярную профессию, извини, пожалуйста, значит, ты уникальный специалист. А значит, конкуренция в этой сфере небольшая. Если ты давно работаешь, то у тебя есть уникальный жизненный опыт. И добрав необходимого, который тебе нужно, то, что диктует время, ты можешь стать совершенно уникальным сотрудником на любой компании, которая тебя возьмет. Если ты молодой специалист, да, у тебя нет необходимого опыта, но у тебя есть сила и энергия. Развития. Да, и возможность развития есть у всех. Я верю в то, что возможность развития ограничена только нашим желанием. Все, не имеет значения, что тебе 90, что тебе 10. Ты развиваешься одинаково, с определенной скоростью. Это такое дело, это отдельная тема. У каждого возраста, у каждого сотрудника, у каждой профессии есть свои преимущества. Безусловно, есть так называемые вечные профессии, которые никогда не поменяются, и спрос на них никогда не изменится. Начиная от гробовщика, заканчивая... давайте не будем уходить в эту тему. Давай то, что не про кладбище. Да, есть профессии, которые веяние моды, с каждым годом там айтишники стали модными, стали модные маркетологи, то есть в какой-то момент ушли менеджеры, которые были на пике потребности. Особенность нашей системы образования, что она немножечко запаздывает за этой системой. То есть что-то становится модным, вводится дисциплина, пока подготавливаются необходимые сотрудники, пик спадает. И сотрудники, которые выпускаются вторым или третьим потоком, обычно уже не удел, потому что потребность накормлена. И, конечно, хотелось бы, чтобы это происходило гибче. Но если ты достаточно гибок, если ты способен взять основы с того, что дается вне системы, вне вуза, какой-то опыт свой личный привнести, ты будешь востребован в любой профессии. Естественно, там врачи и, секретари – это разные совершенно профессии, и сложно, но невозможно. Сложно перейти из секретаря врачей. Но я тут слушаю, понимаю, поймай меня, если сможешь. Помнишь этот фильм? Да. То есть, я про то, что ограничители в нашей голове. Да, это вопрос иногда времени, иногда подготовка может занять какой-то период, и иногда достаточно продолжительный, но найти себя всегда можно. Это к тому вопросу про востребованность профессии. Собственно, давай теперь к вербовке. К вербовке. Ой, это безумно интересная тема. Это когда мы, нас устраиваем, устраивает зарплата, или не так, мы переживаем и страдаем по поводу того, что у меня низкая зарплата, но я ничего не делаю для того, чтобы она увеличилась. Да, смотрите, есть целая система, как можно заставить любого человека работать за низкую зарплату бесконечно долго, и при этом он еще и будет чувствовать, что он вам по гроб жизни обязан. Круто. Да. Шаг первый. Когда мы собеседуем человека, мы обращаем внимание на его ценности.
Как мы обращаем внимание на его ценности? Во-первых, любой человек, перечисляя, что для него важно, обязательно что-нибудь интонационно выделит. Например, он скажет, что для меня важна хорошая атмосфера в коллективе, для меня важна зарплата, для меня важна стабильность выплат. И интонационно человек выделил то, что нам ему важно. Да, стабильность. Другой маркер, на который мы обращаем внимание, когда мы говорим о своих ценностях, а ценность — это то, что для нас действительно важно, даже если мы этого не осознаем, мы обязательно покажем движение телом. Этим же пользуются цыгане, когда цыганский гипноз, потому что когда цыганка перебирает разные ценности, вот она идет, бубнит себе что-то под нос, там семья, работа, и на какую-то ценность человек обязательно выдаст реакцию телом. Это значит, что у него там что-то в этой сфере не накормлено, что-то ему очень сильно важно в этой сфере. И вот человек выдает нам, что ему важна стабильность. Ему, он может выдать нам любую другую ценность, но мы, если мы отследили, что важна стабильность, все, считайте, что человек нам у нас на крючке. Потому что когда мы в состоянии удовлетворить его ценность, когда мы в состоянии закрыть его основное, он бессознательно готов пожертвовать фигурой всего остального. То есть представь себе, что у тебя шахматная доска, и у него есть главная фигура, которую он оберегает, которую он будет защищать максимально. Это вот эта стабильность. Да, это стабильность, которую он будет всячески защищать. И есть пешки, которые он готов пожертвовать ради этого. Вот, например, зарплата в данном случае для него уже будет пешка, потому что стабильность важнее. И тогда первое, что вы можете сделать, это максимально всем своим видом протранслировать, показать человеку, что вы закрываете его стабильность. Вы как начальник можете ему сказать, что вы знаете, у нас в коллективе принято заключать контракт на 3-4 года с сотрудниками, с обеспечением ему полного соцпакета, да, обязательные выплаты ежемесячные, возможно, премия, но премия зависит, конечно, от интенсивности вашей работы. У нас, безусловно, есть больницы, у нас, безусловно, есть отпускные, как же без них, и все это регулярно, оплачиваемо и так далее и тому подобное. Более того, если вы пойдете куда-то учиться, это будет государственная структура, мы обязательно дадим вам отпуск по учебе, потому что мы за стабильное развитие наших сотрудников. То есть я максимально показываю слово, ну, вставляю. Накормили потребность. Да, 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 да. Считайте, вы в этот момент человека цепляете на крючок. И действительно, в идеале первый месяц вы можете ему даже дать какую-то премию, но сразу вредные советы, вы можете сразу делать ему зарплату ниже, чем остальным сотрудникам, потому что вы уже зацепили его за главный крючочек. Вот вы его взяли, например, всем остальным можете платить 5000, но с условием того, что он работает, не работает, а с этим контракт по 3000 и на 3 года, и он будет счастливей. У него вот этот вот его самый главный страх накормлен. Дальше, после этого, нам нужно всячески, выбить почву из-под ног у этого сотрудника. То есть наша задача показать ему, что он не так уж хорош, как он о себе думает. И для этого мы ему даем невыполнимые задачи. Мы ему даем что-то такое, с чем он гарантированно не справится, но всячески показываем, что это совершенно рядовая ситуация. Потому что если к вам пришел человек с хорошими амбициями, и, возможно, он воспринимал эту работу как просто старт, отдельный вопрос, что он, скорее всего, не покажет стабильность как ценность, но допустим, что у вас есть человек, сотрудник, которому важна и стабильность, и какие-то имеет амбиции. Поэтому наш следующий шажочек, мы даем ему задачу, с которой он не справляется. Например, создать проект, который обычно занимает 4 месяца, мы ему даем задачу реализовать этот проект за 2 месяца, рассказывая попутно, вначале вселяя в него веру, рассказывая, что он обязательно справится, что вот это большое доверие, ты начинающий, но мы тебе даем, вот ты как бы не зарекомендовал себе, но мы тебе доверяем такую большую задачу, такую важную, потому что мы верим, что ты со своим потенциалом, ты со своей молодостью обязательно сейчас принесешь прорыв в этот проект. И, естественно, он его проваливает. И тогда вы выбиваете у него второй козырь. Потому что если он пришел с эмоцией, что я, может быть, чего-то не знаю, но я хотя бы молодой, и у меня есть энергия, и вы это подтвердили, что мы делали ставку на твою энергию, на твою молодость, вы выбиваете у него эту уверенность. Через какой? Похвалите его. Скажите, что, ну да, не справился. Не справился, ну да, разочаровал. Да, да, конечно, подвел компанию. Да, такой простой проект и просто не справился. Но ничего, ты молодой,
справишься. Дайте ему парочку проектов попроще, а потом снова завалите его каким-нибудь невыполнимым. И у человека выбивается самоуверенность, да? Вы начинаете по чуть-чуть стесывать его уверенность в себе, он начинает чувствовать, что это что-то, вот, наверное, не так со мной. Для того, чтобы он не думал, что... Неправильно. Вот мы реально сейчас вредные советы даем. Ну, ты знаешь, когда меня спрашивают, зачем ты этому обучаешь? Вот как бы я же обучаю этому всему. Я говорю, что для того, чтобы человек осознавал, что с ним могут делать. А дальше его ответственность, как он это будет применять. Следующий шаг. Вооружен. Да, да. А дальше... Предупрежден, да, значит вооружен. Ты можешь любить драться, ты можешь не любить драться, но ты должен уметь драться. А дальше ты уже решаешь, как ты это применяешь. Для защиты или для атаки. Следующий шаг для того, чтобы, не дай бог, наш сотрудник не подумал о том, что это начальник, с начальником что-то не то, наша задача втереться в доверие. То есть мы его как бы унижаем как профессионала, то есть убирая у него почву из-под ног, но периодически можно его похвалить на какой-нибудь летучке, на каком-нибудь собрании, дать ему какую-нибудь грамоту, для того, чтобы человек, он у него, это называется шизофреногенная коммуникация, то есть у него два послания одновременно, ну что такое шизофрения, да? То есть ему с одной стороны показывают, что он ничего себя из себя не представляет, ничтожество как сотрудник, а с другой стороны его вроде бы хвалят, то есть начальник не такой нехороший человек, как мог бы показаться, это, наверное, со мной что-то не то. Это не он, потому что он же меня ценит, вот он меня только что похвалил, вот мы стояли на курилке, он проходил мимо, похлопал меня по плечу и сказал, нет, ну вижу, стараешься, и пошел дальше. То есть он-то человек нормальный, это я что-то не дотягиваю как сотрудник. Дальше, еще есть два шага очень важных. Наша задача показать, что... Без него можно легко обойтись. То есть следующим шагом мы максимально показываем, какой большой спрос на его место и как он не важен здесь. К этому моменту психика человека от постоянного двойного послания и без постоянного обесценивания и выбивания почвы из-под ног очень сильно расшатана, и можно спокойно ему рассказывать про то, что, в принципе, на твое место огромное количество людей. Ты можешь идти, ты можешь уходить в любой момент. Я на твое место человека найду, а ты где работу найдешь? Ты что из себя представляешь? Ты один проект завалил, второй проект завалил. Если бы я тебя не вытаскивал, если бы я тебе не давал какую-то элементарную подработку, ты бы и здесь уже вылетел, потому что, можно еще сказать, весь коллектив тобой недоволен, ты понимаешь? Ты настроил против себя весь коллектив, ты не справляешься со своими основными обязанностями. Хочешь уходить? Уходи. Вон, посмотри. Правильным выходом было бы что? Еще один шаг, и потом я скажу, что будет правильным выходом. И последний шаг для того, чтобы уже окончательно завязать человека на этой работе, это создание внешнего врага. То есть можно рассказать о том, что вас могут расформировать в любой момент, потому что где-то там решили. Можно рассказать, что есть фирма-конкурент, которая пытается отобрать вашу сферу рынка. Можно сказать, что, ну, что угодно. То есть внешний враг, который заставляет сплотиться против. И тогда человек работает за копейки. Человек работает за копейку и долго, то есть у него даже мысли уйти нет, он будет оставаться на том же месте бесконечно долго. По поводу правильного шага. Я не верю, что есть понятие правильное и неправильное, есть уместное и неуместное в любом контексте, и поэтому главный вопрос, который бы я задала человеку, который пришел бы ко мне с таким вопросом, это чего он хочет. Потому что если он хочет продолжать цепляться за стабильность, то пусть остается. Мы имеем право оставаться в том болоте, в котором находимся. Я с огромным уважением отношусь к желанию человека оставаться в болоте. Вот. А если человек хочет перемен, тогда нужно задать себе вопрос, почему для меня так важна стабильность. Дело в том, что все вот эти страхи, они тоже, ну, скажем так, проигрываются из детства. И значит, что у человека когда-то были события в его жизни, когда он чувствовал себя неуверенно, дискомфортно из-за отсутствия вот конкретной ценности. Любая ценность – это голодный дракон, который не накормлен когда-то. Да? То есть, например, если человек отчаянно требует любви, значит, у него есть где-то недолюбленность. Если человек отчаянно требует признания, значит, у него есть непризнанность. Вот у него есть дракон, который требует этого. Если человек отчаянно требует спокойствия, комфорта, безопасности, стабильности, значит, у него есть дракон, в который верит, что это невозможно, и он хватается голодно, за где он это может добрать. Поэтому есть техники. Если позволишь в рамках эфира поделиться, я не знаю. У нас 6 минут. Мы успеем? Да, конечно, как мы быстро с тобой проговорили все. Мне нравится мы.
техника для того, чтобы закрывать свои какие-то страхи, закрывать свои опасения. Очень простая, очень честная и немного жесткая, но я сразу предупреждаю, что она очень действенная, абсолютно. Что нужно сделать? Вы можете выполнять ее в парах с теми людьми, которым вы доверяете, или можете это делать самостоятельно. Абсолютно не имеет значения, в парах удобнее. Итак, я расскажу, как в парах, но система к одному тоже выполнима. Например, человек чувствует, что он очень сильно боится, что не будет стабильности. Вот ему страшно от того, что у него не будет стабильности. А у страха есть одна особенность. Чем больше страха, тем меньше страха. Что это значит? Что когда мы доходим своим страхом до определенной точки, когда он возрастает до определенной точки, он пропадает. Мы так устроены. Нам становится все равно. Нам начинает становиться безразлично. И этим мы и воспользуемся, этой особенностью, этой эмоцией. Мы говорим человеку: слушай, ну хорошо, а представь себе, если не будет стабильности никогда. Вот представь, что мы сейчас переносимся с тобой в параллельную вселенную, где никогда не будет стабильности. Человек говорит, например: мне будет не за что жить. Окей, хорошо, представь, тебе не за что жить. Вот это бесконечно долго продолжается. Я тогда умру. Мы говорим: не-не-не, не в мою смену, не повезло, не сегодня. В нашей вселенной время отменили, смерть отменили. Все, что я говорю, продолжается бесконечно долго. И человек говорит, что я тогда останусь совсем один. Говорю: представь, хорошо, вы опускаете его еще ниже. Ты остался совсем один. Ты навсегда остался, от тебя отказались абсолютно все в твоей жизни. Человек говорит... И вы видите прямо по телу человека, что он начинает сжиматься в этот момент, потому что ему когда-то внушили, допустим, где-то вот здесь, у него есть страх, что быть отвергнутым — это страшно. И это самый такой страх из страхов. Это типа бабайки. Он не знает, что это значит, но он этого боится. Бабушка ему сказала. На всякий случай, да. И вот вы приближаетесь к этому грунтовому, как это будет по-русски, корневому, скажем так, страху, да, самому низкому. И он сжимается все больше, он погружается в свое состояние. Достаточно харизматичная личность попробует выпрыгнуть, скажет: да я справлюсь с этой ситуацией. Нет, в рамках сейчас техники ты не справляешься, ты погружаешься, то есть ваша задача погрузить его в это состояние. И когда человек доходит до вот этого, вот, например, страха отвержения, который у него есть, он говорит: от меня все отвернутся. Хорошо, от тебя все отвернулись. Что в этом самого страшного? Еще глубже. И тогда человек касается дна психологически, в своей голове, и он говорит: а мне уже все равно. И тогда вы говорите: окей, все равно — это как? И вы прямо увидите, потому что когда человек понимает, что ему уже нечего терять, он выдыхает. У него он как будто бы сжатая пружина до этого был, он сжимался до определенной точки. И тут он расслабляется, потому что уже все, уже дно. И вот с этого момента он начинает выплывать. Вы его выводите, вы ему возвращаете. А как вот это все равно выглядит в твоем теле? Вы распространяете это состояние все равно и меняете каждый из шагов, которые вы проходили. Когда тебе все равно, как это выглядит, когда тебе отвернуться? Человек говорит: да мне все равно. А как это меняет то, что у тебя там с тобой никто не общается? Да мне все равно. А как это меняет, что нет стабильности? Да мне все равно. И вы задаете ему последний вопрос, проверку, все ли сейчас согласно в тебе. Если есть кто-то внутри, что-то говорит, что не согласно, вы еще раз повторяете. И когда вы заканчиваете эту технику, у человека нет уже страха потери стабильности, а значит, есть выбор. Значит, он может выбирать, значит, им уже невозможно манипулировать так, как мы описали. Но есть же, часто бывает такое, да, что сотрудник понимает, что начальник... не очень хороший человек, но тем не менее остается что-то же, держит человека. Держит, конечно, конечно. Слушай, может быть, это нестабильность, может быть, это что-то другое. Ценности могут быть совершенно разные. Кого-то держит стабильность, кого-то возможность развития, кого-то деньги, кого-то коллектив. Ценность у каждого своя. И то, что начальник не очень хороший, знаете, это такая игра с самим собой, потому что начальник – это всегда зеркало коллектива, а коллектив – это всегда зеркало начальника. И вы всегда похожи на своего начальника. Если вы работаете минимум полгода, вы уже перестроились и стали его зеркалом. Мы так устроены. То есть, поэтому... если мы говорим о том, что плохой начальник… Мы говорим о том, что плохой коллектив. Мы живой организм, мы система, мы распределяем роли определенным алгоритмом, это можно отдельной программой как-то поговорить про роли, которые мы разыгрываем, но значит, вы уже сыграли
Вы играете пьесу, которая устраивает всех. Потому то что... есть все устраивает, да? Если бы не устраивало, вы бы ушли. Да, система бы исторгла бы те элементы, которые бы это не устраивало. И очень быстро, очень быстро. Мы системные существа. Мы мгновенно выходим из систем, которые нас не устраивают. Но ведь это же деградация коллектива. Это может продолжаться бесконечно долго, потому что это все устраивает. Бесконечность, да? Не предел. Ну, то есть, как бы, да, тут вопрос такой, что такое деградация? Деградация каждого отдельного члена. Тут очень такая системная штука. Момент деградации, потом начинается момент подъема. Постоянная деградация не бывает. Тут, ну, тут очень такой длинный ответ можно делать. Евгения, на жаль, наш час уже вычерпано. 26 хвилин проминуло. Так. Висновок ми робимо. Не треба боятися. Не надо бояться, да. Щось у своєму житті. Задайте себе вопрос, що для мене важливо, як я можу це отримати, і получайте це інакше, і не прив'язуйтесь к тому, що... Тримайте задоволення від життя, да. Від роботи, від того, що вас оточує. Я дякую за те, що завітали до студії. Я сподіваюся, ми ще зустрінемось. Надіюсь. Тому що цікаві поради, цікава розмова, і на все добре вам. Всього доброго.